меня замороженная, но я немножко порежу. И всегда, когда вот остается что-то, уезжайте куда-то, бананы там, какие-то фрукты, которые могут использоваться, лучше их как раз заморозить, а потом у вас будет сорбет или мороженое, как захотите. Это у меня порезаны. Они в разное время. Хо-хо-хо. Но я немножко порежу. И всегда, когда вот остается что-то, уезжайте куда-то. Бананы там, какие-то фрукты, которые могут использоваться, лучше их как раз заморозить, а потом у вас будет сорбет или мороженое, как захотите. Сразу сюда немножко грецких орехов. Посмотрим. Мой старый блендер на это не рассчитан. Но это я понимаю. Так. Ну, пока прикрою. Сразу на режим дробления. Решил добавить апельсиновый сок. Ну, ставим на смузи. Она уже не такая густая. 550 ватт было пусковой. Вот, когда схватило, пошло. 526 ватт, 530. А теперь попробуем. Вот. Все достаточно. Опа. Вот так вот можно украсить. Ну, то, что вкусно, это... Ну, однозначно будет вкусно. Вот это вот тебе, дорогая. Сначала попробуй без ягодки. Как? Вкусно. Ну, а теперь твоя любимая малинка. Теперь я попробую. Своей любимой мятой. Значит, учтите мои ошибки. Замороженное полностью не будет у вас прокручиваться. Для этого нужен дорогущий вакуумный блендер. Мы еще сегодня коктейль будем делать и разобьем лед.